Сегодня 12 сентября, погода установилась холодная, ветреная, дождик, правда, закончился, прошли уже первые заморозки, и на моем участке подошла пора, я думаю, убирать уже тыкву. Тыква растет в двух местах, вот здесь небольшое количество за территорией, здесь немного оккультуренного пространства, и вот здесь специально высажена тыква для того, чтобы, находясь подальше от кабачков, от тыкв, от всех прочих, чтобы здесь уже можно было бы сохранить сорт. Здесь размещена только тыква зимняя сладкая. Причем, чтобы избежать пересорта, я взял семена у разных фирм. Вот здесь эту тыкву высадил и надеюсь все-таки этот сорт потом сохранить. Тыква здесь росла прямым посевом в грунт. Ни одного полива здесь я не делал. Поливали только дождички. Не всегда вовремя. Но, тем не менее, тыква выросла нормально. Никаких проблем с ней не было. Только на первом этапе пару раз прополол. И все. Потом тыква сама уже все сорняки уничтожила. И дала, вот видно, более или менее неплохой урожай. Крупных тыкв нету. Но это и хорошо. Крупные тыквы ни к чему. Их неудобно использовать. А среднего размера тыковки, вижу, практически уже поспели. Во всяком случае, все тыквы сейчас будут убираться, потому что погода налаживаться не собирается, еще и дожди обещают. Поэтому я думаю, вот этот участочек тыквы сейчас я буду обирать. Тыкву собирать проще простого, 5 минут, и весь урожай тыквы вот здесь лежит на травке. Тыкву срезал секатором. И можно подвести итоги этого сезона по тыкве. Сразу видно, что, к сожалению, хотя здесь росла тыква одного и того же сорта, но, правда, от разных производителей, здесь видно, что тыквы, к сожалению, отличаются. И по цвету, и по форме. Ну, а по вкусу пока сказать сложно. Это должен быть сорт зимняя сладкая. Ну, делать нечего, к сожалению, такие вещи бывают. Для этого я и брал семена у разных производителей. Хотя бы, думаю, у одного найдутся хорошие семена именно этого сорта, который мне очень понравился. Жалко, побоялся переопыления, свои семена не оставил. Тыквы росли прошлый год рядом с кабачками. Ну, что-нибудь, может быть, в этом сезоне подберу. Получилось ровно 13 плодиков на этом участке. Некоторые тыквы выросли покрупнее, вот такие. Некоторые помельче. Ну, в среднем нормально. Сейчас посмотрим, как тыква росла. Тыква была размещена вот на этом участке. Прошлый год на этом месте была картошка. А в этом сезоне тыква была посеяна сухими семенами, без перекопки грунта. Вообще грунт здесь не перекапывался. Немножечко раздвихлил поверхность и воткнул сухие семена. Вот в этой лунке видно два корня оставлено. Вот видно один, второй. Во второй лунке всего одно растение. Сходы были не очень хорошие из-за холодной весны. И оставил я самое сильное растение. Ну, собственно, тыква по одному растению растет хорошо. И вот здесь тоже одна тыковка в лунке. То есть получилось 4 растения тыквы. И вот с этих 4 корней выросло 13 вот таких плодиков. Простая арифметика показывает, что где-то примерно плодика 3 с одной тыквы. Ну, там видно, что некоторые растения были достаточно мощные, некоторые плохонькие, по правде сказать. Поэтому урожай оказался неравномерный. После того, как эта тыква была посеяна, напомню, 25 мая сухими семенами, больше ухода за ней никакого не было. Один раз, по-моему, после всходов вышел я, прополол, и все. Ни одного полива, никаких больше подкормок и чего-то прочего здесь не делалось. Но, тем не менее, тыква дала, ну, я считаю, при таком уходе и при такой погоде этим летом неплохой урожай.
Единственное, что немножечко я недоволен, что сорт, к сожалению, вырос, ну, по внешнему виду не такой, какой была прошлый год у меня зимняя сладкая. Немножечко похоже вот эта тыква на нее, но все равно цветом отличается. А уж пятнистые тыквы никак не похожи на зимнюю сладкую. Ну, делать нечего. Будем пробовать. Может, окажется тоже очень вкусными эти тыковки. Страшного в этом, конечно, ничего нет. Тем более, еще на участке довольно много тыкв. Там тыквы, конечно, покрупнее, поскольку уход за ними был, поливы и подкормка даже одна была. Так что, надеюсь, там урожай окажется не в пример лучше, чем здесь. Хотя и здесь тыкв вполне достаточно. Действительно, посеял и забыл. И вот снимаю 13 тыковок. Все более или менее созрели. Вот такая замечательная культура тыква. Очень неприхотливая и позволяет огородникам получать урожай практически безо всякого ухода. Так что посоветую, выращивайте тыкву, собирайте хороший урожай, кушайте ее с удовольствием и будьте здоровы. Тыква замечательное растение.